открываем еще одну посылочку. Вот она, наша посылочка. Вот такая. Тут что-то у нас побольше, что мы там заказывали. Пока идет посылка, честно говоря, успевается забыть, что заказывал. Ну, значит, наверное, что-то нужное. Так, вот так, что-то нужное. Что-то большое, но легкое. Так, вот мы раскрываем. О, и что мы тут видим? Мы видим тут поролоновый фильтр для пылесоса. Ну что ж, полезная вещь, потому что мой фильтр уже очень сильно износился. И по сравнению с фирменным фильтром, который стоил где-то 150 гривен приблизительно, этот стоил намного меньше, 30 гривен с небольшим. То есть на одну сумму можно получить таких фильтров несколько. Ну что ж, спасибо тем, кто нам помогает.